Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами поговорим про умную светодиодную лампочку для экосистемы умного дома Xiaomi E-Light 1S. Это устройство управляется по Wi-Fi и может работать в режиме как белого, так и цветного света. Также оно может интегрироваться в различные системы управления. Модель ELDP13EL. Мощность 8,5 Вт, световой поток до 800 люмен. Цветовая температура от 1700 до 6500 градусов Кельвина. Тип патрона E27. Интерфейс Wi-Fi 2,4 ГГц. Размер 60 на 60 на 124 мм. Это международная версия устройства, коробка тут поярче, да и побольше. Большая часть надписи на английском, иероглифов нет. Указана совместимость с сторонними системами управления. На одной из сторон коробки указаны параметры и основные возможности устройства. Например, то, что для работы лампочки не нужен шлюз, эквивалент мощности и класс энергопотребления А+. Упаковка тут тоже качественнее, чем у китайских версий. Не просто картонная вставка, а целый пластиковый держатель. Так что за сохранность можно не переживать. Инструкция мультиязычная, русский язык присутствует. Я, правда, не заглядываю в эти бумажки, но, возможно, кому-то пригодится. Из ценного на последней странице инструкции наклеен индивидуальный QR-код для подключения к Apple HomeKit. Внешне эта лампочка никак не отличается от предыдущей версии умных ламп. Форма своеобразная, большая часть корпуса непрозрачная, только самая широкая часть закрыта матовым плафоном, за которым находятся светодиоды. На корпусе самой лампы также нашелся код для сопряжения с HomeKit, так что хранить инструкцию ради него необходимости нет. Вот рядом с моделью номер 6. Подсказка, у героя обзора более контрастный логотип E-Light, он слева. Что интересно, при равном световом потоке в 800 люмен у обоих моделей новинка потребляет меньше энергии, 8,5 Вт против 10. А теперь давайте ее подключим в сеть питания и посмотрим, что же она умеет и в каких системах поддерживается. Начнем с штатного приложения для умного дома Xiaomi Mi Home. Лампа автоматически обнаруживается приложением вскоре после включения в сеть. После этого нажимаем на ее значок, что запускает мастер подключения. Весь процесс занимает минуту-две. Завершается он тремя шагами, это выбор комнаты, в которой будет находиться устройство, установка имени для него и предоставление общего доступа для других пользователей, либо только этой лампочкой, либо сразу всей системой. Плагин лампочки стандартный для устройств этого класса. Внизу экрана находится 6 кнопок, 4 на первом экране и 2 на втором. В зависимости от того, выключена или включена лампочка и в каком режиме, такой цвет принимает и окно плагина. С второго экрана можно запустить один из 8 предустановленных режимов, например, рассвет и закат, когда лампочка постепенно включается или выключается, имитируя солнце. Или, например, режим просмотра кино, вечеринку, романтический свет или тревожное уведомление. Режим цветового потока позволяет настроить плавную смену цветов, скорость изменения и палитру, состоящую из 4 цветов, можно выбирать самостоятельно. Вот так она выглядит в режиме реального времени. В меню лампочки есть несколько интересных опций. Во-первых, это таймер автоотключения, который можно настраивать от 1 минуты до часа. Кстати, таймер вызывается 4-й кнопкой с главного экрана плагина. Есть планировщик, причем как периода работы лампочки, так и просто включение и выключение. Он может устанавливаться разово, либо периодически, например, по дням недели. Можно включить или отключить режим автоматического включения лампочки при восстановлении питания в тех случаях, когда оно подано на него стационарно и постоянно. Следующая опция – это восстановление ее предыдущего состояния. Лампочку можно использовать с полуумными флекс-выключателями, которые смогут ей управлять без прерывания питания. Остальная информация стандартная. В автоматизациях лампочка может быть как условием их 2 – включение и выключение, так и действием. Их 15 в стандартной версии и 17 в модифицированном Mi Home от WEVS, ссылка в описании. Кроме включения и выключения, различные варианты управления цветовой температурой, яркостью, цветом, включение на заданный период или в одном из избранных режимов и так далее. Устройство поддерживает прямую интеграцию с Apple HomeKit прямо в iOS версии Mi Home. В этом случае надо подержать палец на кнопке устройства до появления меню опций и выбрать кнопку HomeKit, ну либо просто добавить новое устройство прямо в приложении Дом. Далее сканируем QR-код с корпуса лампочки или задней страницы комплектной инструкции
и немного ждем, пока она добавится в систему. Лампочка поддерживает и ручное, и голосовое управление через ассистент Siri, только ей надо поменять имя на более удобное. Можно управлять и яркостью, и цветом, и цветовой температурой. Управление при помощи HomeKit намного быстрее и отзывчивее, чем через Mi Home, особенно в регионе Китай. Здесь же можно создавать автоматизации совместно с другими устройствами. В этом примере это квадратная кнопка Acara, которая подключена к шлюзу Mi 3 версии, проброшенному в виде моста в HomeKit. Также нет препятствий для пользователей умного дома от Google. Лампочку можно пробросить и через интеграцию с Mi Home, и через интеграцию с родным приложением производителя Yeelight. Я предпочитаю последний вариант. Здесь тоже доступно включение, выключение и различные варианты управления яркостью и цветовыми параметрами устройства. Раз уж вспомнили про родное приложение Yeelight, пару слов о нем. При авторизации через тот же Mi аккаунт, что и в Mi Home, в нем появятся все подключенные в нем светильники. Кстати говоря, все системы управления, про которые я рассказываю в этом обзоре, работают одновременно, не мешая друг другу. Тут есть все те же опции, что в Mi Home, плюс пара своих, эксклюзивных. Например, музыкальный режим, который может работать и от микрофона смартфона, и от внутреннего динамика, то есть того музыкального трека, который на нем воспроизводится. Кроме этого, только тут есть специальный и очень важный режим, который в моем случае был активирован по умолчанию. Это управление по локальной сети. Его включение позволяет управлять лампочкой альтернативным системам, например, Home Assistant. Для работы в Home Assistant нужно закрепить на роутере IP-адрес для лампочки, так как он указывается в конфигурации системы. А для работы достаточно и такого минимального конфига. Для применения изменений нужно перезагрузиться, после чего новая сущность под заданным именем появится в системе. Она входит в домен Light. При включении лампочки появляются опции для управления ее яркостью, цветовой температурой в режиме белого свечения и выборе цвета. Кроме этого, в Home Assistant имеется свой предустановленный набор различных цветовых эффектов. Вот примеры работы некоторых из них. Отклик тут тоже мгновенный, так как работает все по локальной сети. А это пример скрипта, который включает лампочку с одним из стандартных эффектов. Тут я использовал эффект «Аларм» и автоматическим отключением через 30 секунд. Сравнительно с предыдущей версией, новинка получила совместимость с Apple HomeKit прямо из коробки. Кроме этого, она стала чуть более экономичной. Она потребляет на 1,5 Вт меньше электроэнергии. В остальном, каких-либо существенных изменений я не заметил. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Напоминаю, что все интересные обновления, новости, а также купоны и акции на товары умного дома вы можете увидеть в моем телеграм-канале, ссылка в описании. До свидания, до новых встреч!